Успешный старт. В большинстве районов республики начало отопительного сезона прошло без сбоев. Сегодня о подаче тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома говорили на совещании в Доме правительства. Официально отопительный сезон в республике стартовал 20 сентября. В Цивильском, Алаторском, Ринско-Посадском, Чебоксарском районах газовики не давали разрешения на пуск газа в котельных. Сейчас вопрос повестки дня снят, и тепло в квартиры начнет поступать в ближайшее время. Кроме Шумерлинского района, где переговоры муниципальной власти и ресурсников продолжаются. По поселку Кугеси на сегодняшний день не подключена 4-я котельная, хотя 30 сентября, в пятницу буквально, разрешение на пуск газа было получено. Соответственно, с сегодняшнего дня уже пуск тепла будет осуществляться, и этот вопрос закроется по этой котельной. По селу Ишлеи планируется получить разрешение на пуск газа сегодня-завтра. Особая ситуация сложилась в Порецком районе, где решили выбрать новую теплоснабжающую организацию. Пока идут юридические процедуры, тепло в дома и социальные учреждения не поступает. Администрация Шумерли не торопится давать старт отопительному сезону, так как ждет, пока на улице установится нормативная температура плюс 8. Начало отопительного сезона обсуждали сегодня и на совещании в Чебоксарской администрации. Сейчас в столице в 98% квартир батареи уже горячие. Однако жители 26 домов сидят без тепла. В том числе 6 многоэтажек, которые управляются ТСЖ. Там не торопятся включать отопление, экономят. В 5 домах все еще идет капремонт сетей. Без тепла остаются и 2 социальных учреждения. Тепло не подано. Это ДК имени Кузангаря, где продолжается работа по капитальному ремонту системы отопления. АО «Восток» в связи с проведением по ТПРС ремонтных работ на теплотрассе возбуждения. Ремонтные работы по указанным объектам завершаются в течение 2 дней. Между тем, врачи отмечают, что раннее начало отопительного сезона положительно сказалось на эпидситуации в республике. Если на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 40%, то сейчас она пошла на спад.